что значит солнечный ветер? Это в горах, когда ты идешь по трещине, когда солнце всходит, и ты по этой тени, по краешку тени идешь, ну или фотографируешь, или слушаешь, что с тобой происходит. Там, где места чистенькие, да, там цветы дрожат. Ветра никакого нету, как будто дрожание цветов. Я когда увидел, я как бы таращил глаза. Быть это не может. Луч солнца просто скользит, и реакция цветов. Но это не везде. Это там, где место очень чистенькое, информационное. А на этом месте плавали утки, да? А мне знать было нечего. Я думаю, дай пойду я подстрелю одну уточку, как бы, ну, запитаться. Пришел туда, подполз, стреляю. 6 раз стрелял. Утки как плавали, так и плавают. А грохот стоял, как будто этот канонада такая, бабах, бабах. И потом где-то на 6-й раз до меня смысл дошел. А ружье здесь не стреляет. Ну, то есть, она стреляет, но ничего не происходит. То есть, грохот есть, а дробь растворяется как бы в пространстве.